Вот, держи. Это миньон. Да, это дискотечный миньон, заставляющий танцевать тех, у кого плохое настроение. Угу, до свидания. Харитон, тебе посылка пришла. Серьезно? Серьезно? Неси коробку сюда. Несу, несу. Ну и что это такое? Какие-то шарики. Так, надувание, надувайте шарики. Онис, клейте новый стиль. Что ты купил, Харитоша? Это шарики. Я хочу полетать на воздушных шариках. Помнишь, что я обещал? Помню, было дело. Так вот, я заказал в интернет-магазине шарики-лапушарики. Так, 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 первый раз такие вижу. И как их надувать? А главное, чем? Чем, чем? Помпой. Помпой, говоришь? Помпой, говорю. Видишь, на коробочке изображена. Хм, так шарики для полета нужны другие. И наполнены газом гелием, а не воздухом. И летать на них нужно в теплое время года, а не зимой. Очень жаль. Я думал сегодня на этих лапушариках полетать. Ладно, давай посмотрим, что за набор ты купил. Давай. Сейчас открою коробочку и посмотрим, что находится внутри. Открываю коробочку. Есть инструкция. Ой, Харитон, а это подделка. Ты где его купил? Да так, в одном месте. Зато недорого. Угу, инструкция подробная, все понятно. Это, я так понимаю, само устройство для надувания шариков? Да, это и есть помпа, про которую я тебе говорил. Прикольная, да? Главное, чтобы все работало. Я надеюсь. В наборе много чего интересного. Шарики разные, детали для украшения. Давайте рассмотрим все поближе. Ага, это какие-то наклейки, стикеры. О, смотри, разные глазки, перья, лапки. Даже ноты есть. Угу. О, здесь мордочки, тоже бабочки, цветочки. И здесь такие же разные красивые элементы декора. Харитон, смотри, помимо бумажных еще есть пластиковые глазки. Ой, какие глазоньки. Это емкость для шариков. Чего-то маленькое, все не влезут. Ага, а вот в целлофане и сами шарики. Ребята, они такие прикольные, как антистрессы. На ощупь очень липкие. Смотрите, как легко прилипают друг к другу. И похожи на виноград, да? В комплекте также есть шарики голубого цвета и оранжевого. Помимо шариков есть различные дополнительные элементы. Так, это какой-то хохолок, крылышки, разные присоски и так далее. Смотри, есть даже клювик. Угу, вот оранжевые части. Ага, какие-то то ли хвостики, то ли рожки. Это хвостики. Ну, пусть будут хвостики. Это, я так понимаю, глазки, потом также их отделю. Так, это какие-то липкие элементы для соединения деталей друг с другом. А может, это пуговицы? Харитоша, у пуговиц минимум два отверстия в середине, а здесь одно. Это, скорее всего, какие-то подставки. Может быть, для готовых фигурок. Ребята, как вы думаете, что это? Тоже очень мягкая такая силиконовая штучка, но не липкая. А как шарики надувать? Не знаешь? Сейчас покажу. Вот, смотри, в центре есть отверстие, из которого выходит полая игла. Сейчас я вставлю камеру и покажу тебе поближе. Покажи, покажи. Вот, смотри, когда я пускаю рычаг блокировки, она выходит и прокалывает шарик, в который по ней поступает нагнетаемый воздух. Видишь? Конечно вижу, такая острая. Все очень просто, Харитоша. Да. Будем начинать? Давай сначала отделю все элементы, хорошо? Хорошо. Отделяю. Вот что получилось. Я оторвал все шарики. Харитоша, ты мне говори, кого сделать, и посмотрим, как у меня получится. Сделай первую собачку. Собачку? Сейчас попробую. Попробуй. Снимаю камеру, открываю и вставляю шарик-заготовку в специальное углубление. Закрываю, устанавливаю камеру, слегка вращая ее. Далее опускаю фиксатор шарика до щелчка, блокирую камеру, опуская рычаг блокировки. И теперь можно надувать. Движениями вверх-вниз нагнетаем воздух в шарик. Необходимо следить за тем, чтобы не передуть шарик. Пожалуй, хватит. Поднимаю рычаг блокировки, аккуратненько вращая камеру, снимаю ее. Вот. Открываю. И вуаля, шарик готов. Он похож на мыльный пузырь. Угу, он такой блестящий и красивый получился. Также я надул второй шарик. И смотрите, как сильно они прилипают друг к другу. Оп, оп, и довольно хорошо держатся. Ого, они такие липкие. Ими хорошо мух ловить. Ага, и желтых зайцев. Тьфу, нет мух. Нет зайцев. Тьфу, убери. Так, соединяю шарики с помощью липучки.
Приклеиваю мордочку, первое ушко и второе, теперь хвостик, далее первую, вторую, третью и четвертую лапку, первый глазик и второй. Собачка готова, лапы только кажутся коротковаты. Харитоша, иди глянь. О, да она просто какая-то странная, как будто на колесах. Я даже не знаю, какой она породы. Это дворняга обыкновенная с ушами лося. Ее зовут Лошарик. Значит, Лошарик. Сделай осьминога. Да это не сложно. Харитоша, осьминог готов. Хорошо у тебя получилось. А сделай попугайчика. Да без проблем. Харитоша, принимай попугая. Ой, клевый Кеша, только крылья похожи на собачьи уши. Так конструктор-то не оригинальный, сделал из того, что есть. А цыпленка сможешь? Цыпленка? Сейчас попробую. Вот тебе цыпленок. Как тебе мои глазки? Ты на цыпленка посмотри, глазки. Да клевый, клевый. А кошечку сможешь? Сейчас попробую. Вот, готова кошечка. Так это не кошечка, это котик, да к тому же морской. Ну пусть будет котик, ладно. Может, гусеницу сделаешь? Попробую. Харитон, ты куда? Я гусеницу сделал. У меня кое-какие дела появились. Странно. Ребята, у Харитона, кажется, пропал интерес. А вам нравится гусеница? Пишите в комментариях. Харитон, ты что делаешь? Вызываю лето, чтобы полетать на настоящих шариках. Хорошо, вызывай, я тоже хочу лето. Лето, приходи, лето, приходи. Лето, лето, приходи, стужу зиму уводи. Лето, лето, приходи, стужу зиму уводи. Ребята, пока Харитон вызывал лето, я сделал еще вот такую фигурку. О, Харитоша, ну что, вызвал лето? Нет, не смог, не получилось. Что-то грустновато мне. На улице холодно, на шариках не полетаешь. Конструктор подделка, деньги потратил зря. Харитоша, не расстраивайся, я тебе сейчас что-то принесу. Для меня? Неси, неси, и это меня порадует. Терпение, мой друг, по идее должно. Ой, жду с нетерпением, неси же скорее. Вот, держи. Это миньон. Да, это дискотечный миньон, заставляющий танцевать тех, у кого плохое настроение. Да ну, не может быть. Ребята, смотрите, какой он классный. Ну что, проверим? Проверим.